Бывшие НХЛовцы, самые известные воспитанники красноярского хоккея Александр Семин и Максим Голанов обвинили руководство местного «Сокола» в бессмысленной трате денег. Спортсмены обратились к руководству края с просьбой разобраться в ситуации. Команда уже 2 года не может выйти из плей-офф. В этом сезоне заняла 18 место в регулярном чемпионате. За последние 4 года в команде поработали 4 главных тренера. При этом «Сокол» входит в число самых обеспеченных клубов высшей хоккейной лиги. Я вообще не любитель подобного творчества, описывать какие-то письма. Но тут я понимаю, что проблема назрела давно. Уверен, Красноярск заслуживает большего. Знаю это не понаслышке, а от своего отца, близких друзей, которые готовы дать новый импульс развитию хоккея на моей родине. Уже в ХЛ «Сокол» просто обязан выходить в плей-офф с красноярцами в составе и при полных трибунах, чего нет сейчас и в помине. В пресс-службе «Сокола» от комментариев отказались. Есть версия, что цель авторов письма – смена нынешнего руководства клуба на приближенных им людей. Напомню, Максим Голанов уже завершил игровую карьеру. Еще в прошлом году работал генеральным менеджером «Сокола». Александр Семин выступает в КХЛ за «Магнитогорский Металлург». На последнем чемпионате мира был капитаном сборной.